Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот только что я сняла видео о том, как продолжать формирование перца и показала, что через 10 дней уже пасынки очень-очень облепили вот весь наш этот стволик, который мы с прищипкой делали для получения раннего урожая. Сейчас мы будем рассматривать третий метод или способ формирования перца. Я напомню тем, кто не видел, что первый способ мы делали с помощью прищипки. Как только выросло 20-25 сантиметров вырастает, мы его отщипываем, не дожидаясь развилки вот этой, не дожидаясь ничего, мы просто его прищипываем. Нам нужно главное, чтобы на нем выросло 2-3 пасынка. Этот способ удаления всего лишнего и верхушки, и вот этих нижних листьев пасынков, этот способ используется для получения раннего урожая, для, может быть, даже для ограниченного количества. Некоторые оставляют всего 10, 12, от силы 15. Это мы делаем только для того, чтобы как можно скорее сформировались наши перчики и как можно быстрее они поспели. Вот мы все лишнее здесь убрали, вот эти 3 пасынка будут расти, и на каждом пасынке будет по 4 или по 5 плодов. Остальное тоже будем прищипывать. И вот еще есть один такой же способ с помощью прищипки. Но здесь мы не ждали, когда вот дойдет до развилки, все. Мы просто прищипнули, нам надо всего 2-3 пасынка. А это такой же способ, только не для получения раннего урожая, а для получения богатого, обильного урожая, но с растянутым длительным плодоношением. Потому что чем больше плодов, тем дольше они будут формироваться и созревать. Начинаем мы также, но только прищипываем мы уже на более, как оставляем большее количество листьев. Вот я выбрала сейчас экземпляр, на котором уже достаточно листьев. Считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На нем уже 11 листьев. И я буду прищипывать именно ту макушку, где она хочет сделать развилку. Короче, я дождалась до развилки, и вот эту самую развилку я сейчас вырежу. Так, мне одной рукой не очень удобно, но сейчас как-нибудь я все равно ее отрежу. Несмотря на то, что здесь и бутоны, такие уже зачатки, с которых могла бы быть зависть, этот мы будем формировать по-другому. Если бы мы формировали вот так в 2 ствола, то мы бы все это оставили. А сейчас мы сделали, я вот прищипнула. Сейчас расскажу, что будет дальше. Дальше, так же, как на этом экземпляре, из каждой пазухи у нас начнут очень активно образовываться пасынки. Пасынки, пасынки, пасынки. Но если мы здесь оставили всего 2 или 3 от силы пасынка, то здесь мы оставляем 4, 5 и даже 6 пасынков. Вот все те пасынки, которые пойдут отсюда, 1, 2, 3, 4, 5, 6, пол ствола, поэтому мы ждали, когда он вырастет на хорошую длину, чтобы было много-много вот этих пазух. Изо всех этих пазух появятся пасынки. Мы убираем только нижние, для того, чтобы ствол проветривался, чтобы было удобно. Вот эти нижние листья уберем и нижние пасынки. Остальные 4, 5, некоторые оставляют даже 6, они все останутся. Они все будут плодоносить, и мы в дальнейшем будем каждый из этого пасынка формировать вот так же, как я рассказывала здесь в 2 ствола. То есть мы будем оставлять лидирующий побег, а тонкий будем убирать после цветочного бутона или после маленькой завязи. Все. Вот этот метод, он у нас совмещает 2. Из этого мы берем прищипку, из этого мы берем формирование вот дальнейших вот этих всех стволов. Но вы представляете, что тут мы ведем в 2 ствола, тут у нас тоже 2-3 пасынка, а здесь будет 5, возможно, даже 6 таких вот стволов или пасынков, как их правильно назвать, вот эти вот скелетные будут ветви, на которых будет очень-очень много перцев. Если в этом методе для ускорения получения урожая я говорила, что 10-15 плодов, то на таком кустике люди оставляют до 30 плодов, если позволит
конечно, лето, если будет долго тепло, 25-30 плодов будет висеть вот на таком вот кустике. Это очень эффективный, очень хороший метод формирования для получения именно большого урожая. Но учтите, я всегда говорю, что чем больше плодов, тем, естественно, у них, возможно, будет нас там, как на втором этаже, на третьем, возможно, они будут мельче, возможно, у них будет тоньше стенка. И если вы не будете прищипывать все-таки верхушки вот этих вот пасынков, то, конечно, последние плоды будут, скорее всего, некачественные. Но здесь вы должны выбирать сами, сколько вы оставляете. Или вы получите мало, ну такие толстостенные, сочные, или вы получите много, но с более тонкими стенками. Но первые-то плоды будут, да, первые кисти обычно формируются, они такие по сортовым характеристикам соответствуют. А вот чем дальше, уже растение будет не такое сильное, ну как, оно уже, конечно, устает. И к концу лета, вот чем выше, тем плоды будут меньше, стеночка у них будет тоньше. Ну, на переработку они вполне тоже подходят. Но зато это очень красивый куст, весь увешанный перцами, особенно если они такие ярко-красные, например, или оранжевые. Но я, если у меня, если буду вот так формировать, вообще я всегда говорю, что я не формирую, мне некогда вот эти вот каждый лидирующие там убирать, тонкий, сортировать их, какой тоньше, какой толще. У меня растет, что растет. У меня как дикоросами больше всего растет. Но 2-3 кустика я постараюсь вот по такому способу сформировать, чисто чтобы показать вам, что это способ очень эффективный. И если у вас всего несколько кустов, почему бы не сформировать перцы? Формирование это, конечно, оно куст совсем приобретает другой вид. Или у меня он дикий, весь лохматый во все стороны. Или здесь вот видите, как стволик будет голенький, тут будет всего два таких, две веточки с огромными такими перцами. Отвлеклась. Вот это третий способ формирования для получения обильного урожая, для получения продолжительного урожая. Будет все лето у вас образовываться и образовываться новые плоды. Конечно, чтобы 30 перцев сформировать, от вас потребуется уход и внимание. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова на тему формирования плодов, ой, перцев различных. Вот уже поговорили для ускорения плодоношения, для обильного плодоношения и формирования высокорослых в 2 стебля. 3 способа вам достаточно, или так, любой перец можно под эти 3 способа как-то сформировать. Все.